Всем доброе утро воскресное. Вот такая у нас погода и ветер, причем прилично. Я стою, жду троллейбус. Вот шестерка. Не знаю, может быть, какой-нибудь еще подойдет. Автобус или троллейбус мой. Зонтик они такой мелко моросит. Дождик. Ну и ветер такой достаточно приличный. Мрачная погода у нас. Здесь, кстати, у нас хорошие скидочки всякие. Может, кому наборочки на подарки. Знаете, что меня привлекло? Вот такой набор. 165 рублей. Здесь идет пена-арка. Пена, да, и бритвенный станок. Мне кажется, если по отдельности пена брать, она дороже сейчас, да, выходит. Надо, кстати, над этим подумать. Так, вот тоже тут наборчик такой. Так, а тут идет крем для рук. Ай, ну и дезодорант. Дезодорантами сейчас не пользуемся. Во, кстати, гель для душа. Так, что это идет? А, думала, тоже пена идет. Нет, это дезодорант. Да, я как-то выгодно покупала, был шампунь Head & Shoulders 200 миллиграмм и пена для бритья Gillette. Что-то мы брали, сейчас скажу, 160 рублей. И, ну, пена была новинка. И, кстати, Пашке очень понравилось, зашло, он говорит, вообще классно. Но уже такого нету набора. А это что за сумка? Гель для душа, косметичка. 479. Да, хотела еще, знаете, много канцелярий тоже привезли. И, кстати, вот типа в таком стиле аниме, то есть картинки. И вот здесь где ценники тоже как анимешки. Тетрадок много разнообразных. Очень много. Кстати, покупают, да, уже к школе готовятся. Но цены нормальные. Прям не завышенные такие, знаете. И тоже всякие по истории 19 рублей. Альбомы, что у нас, татуировочки разнообразные, чтобы дети только писали и учились, да, какие хочешь, лохматушки, типа цыпленка. Есть вот такие вот дешевенькие тетрадки. Карандаши, фломастеры, цветные бумаги, цветная бумага, корректор. Текстовый делитель, смотрите, вот всякие разные, чего только нету. Тут тоже всякие ручки, всякие тетрадки. Видите, какая так приятно на ощупь. Блокноты. Такие блокноты тоже, кстати, приятно трогать. Пеналы, что-то пеналы недорогие. Вот эти вот, по-моему, по 59. Хотите коты? А лохматые получается, по-моему, по 300 рублей. Подставки какие хотите.
рюкзаки. Медовая, блин. Блин, доставай. Я прямо так по корочке резал, ну как, взял кусочки, по корочке резал. Прям у нас сочные, блин. Паша арбуз нарезал, на, дыню. Нет. Медовая. Ну, так, они так, уже как половину съели. На. Давай. На. А еще он мне готовит вареники. Готовь, сейчас можно их варить, что их варить. Это тогда он покупал, сейчас, когда теперь, самостоятельно. Пельмени, вареники, я еще даже как бы и не ела это. Вот они мне вареники оставили. Ну, Анька вареники сделал, я думаю, не вкладываю. Ты, кстати, с мясом ничего не готовил? Нет, ну я завтра сделаю. Еще завтра один. Я завтра достану. Достану его, морозится нахуй, я сготовлю. Вы прям сочные, я тебе говорю. Тут аж прям сок. Я тебе говорю, сладкий прям медовый, я тебе говорю. Ну, вкусно. Это ты где покупал? Мы с тобой же брали вместе. А, с Санькой ты были. Ты чё, Санькой ты сам? Были. В Нике, в этом каком. В ленте брал. В Нике, в ленте, все под перебрал. Нифига ты заморозил. Нет, ну в чашке. А пополам, чтоб тебе, Анька. Она тоже будет? А ну почему? Ты она уже съела тарелку такую же. Тебе поядут. Еще арбуз нарезан. Ну, чтобы целиком не засунешь сегодня. Ну что, он сладкий или такой? Да, вот, нормально. Дыня прям вот это, блин, было лучше, вкуснее. Ты, чем тут раз вы дыню брали, вот это пыльная дыня. Такая уже спелая, если чуть попробую сама. Прям, блин, такой сок прям с нее текет. Вообще, течет. Руки прям липкие от него сока. Да, я чувствую, уже все липкое. Да, я тебе говорю. Сладкое разбили. Мне какой-нибудь мешочек дай под эти, под корки. Это мы, наверное, когда с Аней были. Я говорю, да, ты уже не помнишь. Нет, я просто говорю, я увидел, она такая желта, думаю, возьму дыньку. Мы же брали с тобой. Просто мешок у меня вот, который в этом. Ты мне большой, что ли, хочешь дать? Ты туда приезжаешь, а корочки потом я сын кожуру кину. Так, вот это. Так, можно? Да. Вот туда будем кожуру ложиться. А потом с тем арбузом вниз туда. Тут сейчас весь стол липкий. Ну, протрется. Потому что это, она липкая. Слушай, ну погодка, да? Завтра уже ясно. Ветер. Завтра ясно. Что было сегодня еще? Дождик был, что было. У меня показывало 16 градусов, да, 15, ну, даже 15. Завтра уже показано там ясно. Все нормально, 24 градуса, 25 ясно. 4. Ну так, знаете, прохладно было. Смотрю, люди такие, ну, метровки одели. Сегодня ночью, например, показано, что ночью будет под утро 12 градусов, всего 15. Уже прохладно становится. Днем-то еще пожарить маленько, а уже ночью будет это. Ну да. Ну, Лен, уже осталось пару недель. Что, сейчас уже немножко и середина августа. Ну да, вот, а что середина августа, ты сама знаешь. Две недели и это. Угу. Сентябрь нас будет. Что там машинка скачет? Потому что одна нафиг, стирать. Сейчас уже не скачет. Это вот так я смотрю. Стирать. Просто божественно. Нормально, да? Не знаю, Анька, я нарезал, Анька что-то там нарезала. Не стал, что ли? Ну ел он мне такой, ешь. Я прям нормально, мне понравился. А в арбузе больше воды, в этой как-то больше я, это такой. Видите, гора тут. Денька прямо, ну, такая. Ну, с арбуза-то вообще больше. Не воды, в арбузе больше воды. Арбуз как будто пить захотел просто, раз. А это больше, как сказать тебе, такая, знаешь, вкусняшка такая. Как... Не говори. Ну, такое сочно-медовое. Да, да, ой, тут все это. Ну, давай, закрой, где? Тихо. Да, она же по тарелке бегает. Ну-ка, давай. Бегай. Потом продрыгай. Тут аж сок льется с него, смотри.
меня. Ну, ты осилишь, и все, у тебя уже утро, уже потом кожевая одна останется. Это прям, она прям в игру. Осилишь. Я говорю, нормально, мне понравилась Зинка. Я говорю, она прям не читает. Офигенно. Она прям это, залетает там, как это. Да. Вот сейчас мне надо вареники покушать. Сейчас я сварю тебе. 10 минут, подожди. Фу. Еще завтра день это работать. Ну сегодня такой себе людей. Не сказать, что много. Вот за счет дождя просто как бы меньше. Да. С утра вообще практически никого. Думаю, нормально ли ману? Думаю, ну что по улице-то будет так вот гулять? Нормальный человек не будет просто шариться по улице. Это без нужды тебе, ты не пойдешь гулять просто на улице. Угу. Подожжешь или ёбать, шлёпать там. Правильно? Нет, не поэтому. Так как раз по нужде и тот. Прям нижнятинка. Чё ты чего? Дыня? Нижнятинка. Она такая вот спешная, блядь. Чё? Дай со зрителем. Кстати, насчет вот этой подушки писали. Мы такое видели в ленте, они были тогда на акции 500 рублей. Сейчас я не знаю, почем. Вот такая вот она формовая. Ну, такая небольшая, вот именно с таким изгибом. Как она там, система памяти или что у нее там. Вот, по 500 рублей были они как-то на акции. Я еще думала, купить, не купить. Кто-то брал у нас, сказали неудобно, но это опять же все индивидуально. И что-то я тогда побоялась купить ее. Вот так, в принципе, думаю, можно попробовать. Ну, чтобы для шеи. Про часы говорили. Часы, да, я уже к ним привыкла, мне для работы удобно, оно и давление меряет. Те часы я вообще на самом деле их выиграла, по-моему, уже года два я их таскаю. У меня какой-то была распаковка про эти часы, там как я выиграла их, это выиграла, кстати, в Магните, через вот эти приложения там. Подписываться, что, как сказать, не игры, а типа участвуешь там, потом какой-то товар покупаешь, и ты участвуешь в розыгрышах. В какой-то прекрасный момент приходит оповещение, типа вы выиграли подарок, прохожу по ссылке, и получается мне показывать, что я выиграла часы вот эти. На тот момент они стоили, по-моему, 4500. Я просто загуглила. Там можно симку вставлять, но я не стала симку вставлять. Ну, сейчас там дешевле такие часы. Это какие часы? Ну, который выиграл вот эти магниты. Да ты когда выиграл, мне кажется, они дешевле не могут стать. Года два на нам, мне кажется, я уже таскали. Цены-то поднялись на все. Я два раза выиграла часы. Одни вот у Ани, которая... Сейчас это цена, я в планете. Сейчас цена, дешевле не может, мне кажется, не стать. Ну, такие все, эта фигня поднялась с этой войной, со всей фигней. В Инстаграме наш торговый комплекс «Планета» разыгрывали. Они дешевле, я думаю, не стали, а... Да нет, точно. Модели они могут сейчас... А, ну, только дешевле. Что модели сейчас какие-то... Они, господи, цвет поменяли, там что-то, какую-то функцию добавили, все новое. Угу. Цена другая, эти дешевее, допустим. Модели сейчас какие-то новые модели только. Правильно? Угу. Все, я вся в дыне. Правда, она прям шикарная. Что, дыня? Это такой прям вот сладкий, чтобы текла. Да. Прям сок. Сок. Вот ты видишь, сок прям, наверное, говорю. А я побрезал с корки, ну, как тарелку так вот. И она постояла маленько в холодильнике. Смотри, прям Анька ела, потом чуть доела по кусочкам. Прям сок внутри прям лежит. Она больше спелая прям. Кушать не хочу, мам.
Прикольно, да, Даренька? Угу. Так, сейчас скоро. Ну сколько варишь варенье? Да подожди, так? Сейчас 5 минут. Нормально, я же знаю. Ой, все. Ну положи в холодильник, потом поешь. Сейчас. Да, масло достать, а с маслом будет. Да, с маслом. Папулька меня кормит. Ага. Само масло будет добавлять. Давай, так уберем. Давай, убирай. Ну конечно. Суета и сует. Как обычно. Ладно, мои хорошие, на этом я заканчиваю. У меня тут муженек мой кормит. Меня ужин варит. А то полам прилетели, блядь. Ну да, сейчас вот это сейчас мокрое все. Оно липкое, вот это сухо-то липкое, я знаю. Я тоже наступил. Ладно, мои хорошие, все, заканчиваем. Завтра еще день это работы и на выходные. Все, всем пока. Всем отличных выходных. Все, пока-пока.